Еще одна дебютантка чемпионата Европы, Марьям Лоенбергер из Швейцарии. Ну, она, кстати, ее юной фигуристкой, наверное, назвать уже нельзя. Она ей 25 лет, и она очень немало раз выступала на чемпионатах своей страны, чемпионатах Швейцарии. Но вот впервые сумела занять второе место в чемпионате своей страны, но, очевидно, в отсутствии прошлогодней чемпионки Европы Сары Майер. И благодаря этому вырвалась наконец-то на чемпионат Европы. И вот как она себя здесь сейчас сумеет проявить, мы с вами сейчас увидим. Удачно исполненный двойной аксель. Сразу же чувствуется уровень, но все-таки она живет и тренируется в Швейцарии, рядом с той же Сарой Майер, ну и коронные швейцарские вращения. Есть чему порадоваться, но вот действительно, вроде бы дебютантка, но понятно, что эта фигуристка была хорошо известна в узких швейцарских кругах, но вот наконец-то удалось ей вырваться на чемпионат Европы, она демонстрирует очень даже интересное катание, ну, во всяком случае, не сравнить с предыдущей участницей. Не все, конечно, у нее тоже не все получилось, в частности, в прыжках. Тот же тройной тулуп в каскаде был исполнен не самым лучшим образом. Но, тем не менее, я думаю, что результат будет заметно выше, чем у предыдущей участницы. Тренирует ее румын Георгий Чипер, известная личность в фигурном катании. Выступал он как одиночник за свою страну на таком международном уровне. Был, по-моему, даже участником Олимпийских игр.
Я думаю, что арбитры достаточно высоко оценят вращение швейцарской фигуристки. Ну вот немножечко, конечно, прыжки ее подвели. Но тем не менее, видели, что сама она была очень довольна своим дебютом на чемпионате Европы. Ну и где же оценки?